трэш занимает. Да. Мага как бьем. Дела? Мага, мага бьем. Ебать, захильте быстрее на фул, а то сейчас сдохнете с следующей тычки. Быстрее бидона. Там бидон по мане просел, дайте инер по нему. Сейчас стопнем, покурим. Ну, в смысле, рельс не мана. Инера, блядь, сейчас запулится. Рисайте. Я не помню, надо все тут чистить или нет. Ну, ну эти патрульщиков, есть. Патрульщиков, конечно. А, патрульщиков. Они да. Ходят. Стопнем, дадим рейсить ману. И рейсайте там друиды в этот инер раскидывайте. Они вон, уже раскидали. Вон маг прилетел. Мага-мага зергаем. Нормально, порезается там. А, на их нихуя, блин, какой дамаг. Интересно, он дамажит как? 30 метров вокруг себя или как? Ну, метров 15 точно. Он дохуище прям. Да тут в самом конце даже это дохуй. Опа! Опа, еще один. Еще один. Ты поставь ролл просто, да и все. Ты же этот, блядь, как он нахуй, РЛ? У тебя что, аддонов нету, что ли? Натуре. Поставь групп лут, блядь. Вы про чё? Не-не. Выпало что-то? Да, 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 маунт. Этот же. А, ну кинь. Ну почему может быть, а другой? Это, там 4 ну, штуки. Кинь на ролл этот холидринг. Просто в чант его шифтани. Он мага гриппаю. Эджу ГЦ. Бьем. Эджу обмен кинешь. Ты можешь нажать на это, закончить досрочно и выбить, если он еще в моде. Он у меня, в сумке. Вон тех надо или нет, вот тех стоящих, я не помню, блять. Ну тут точно на площадке надо. Вот тут два мага, смотрите. Вот тут пошли, пиздец. Бьем. Давай. Они его держат, видишь, босса держат. Их ну, потом надо. Те-то понятно. Спасибо. Это вот этих сейчас, вот и тех, да? Блять, два мага. Давай, короче, это дал. Дал не зыбку. А, не дам. Я дал не зыбку сейчас. Быстрее захильте рейд. И зерганите мага, у которого хп мало. Сейчас какой-то гламурчен через 3 секунды дашь еще у вас сокру. А то два удара рейд. Вот давай сейчас сокру. Все нормально. С одним уже добьем. Нихуя, ты что, блинкуется типа? Наверное. Он же маг. Он и льдом, и арканы, и огнем бьет. Вот этих надо бить или нет, я вот не помню, блять, они помешают нам. Давай, похуй. Он. Мага, нахуй, хуярим. Этих не надо было. Ты уже похуй, не гоним. Хотя бы вот эти и еще вон тех двоих. Те дальние, может, не надо. Друг совы. Сыграют, а да? А тут что, отличие есть какое-то от этой? От X2, блядь. Ну вот тут он, получается, чаржится периодически. Крутит вихр и чаржится, ну, в рандомную цель. И там на 3 метки появляются демоны. Да, демоны. Да, так, этих демонов видят только эти метки. И очень важно быстро залить этих демонов. Если не заливаете, вас берет в контроль. Это, я говорю, в 2 танка был? Да, здесь по-любому 2 танка, на 25% он разделится на 2, на демона и на слепца. Че, сопрот пить? Раньше на 15 делился, да, вроде? А, ну что, 2 пати, одну бьет другую. Сейчас я релог. Ну, то ли 20, то ли 25% он будет разделяться. Ну, сейчас поглядим. 120 короче, мультов у него. Сейчас я зайду. Фласки пейте, там вам фласки давали. Че, БКшный, да, пью? Ну, ой, блядь. Ты шо, синтек там, блядь? Я взял, спросите. Я спал до 3 часов. Ну и под вихрь, когда он начинает крутиться, сдавать лучше мастей. Ну там, в принципе, труда не составляет отбежать. Так, но все равно.
Тут хуйня, по сути. Вихрь, это чё? Это просто он дамажит. Так, бой, удар. Фаза демона. Это он, когда уже разделится. Вспышка хаоса увеличивает получаемый урон от огня. Она настакивается, получается. И вот тот, на ком босс будет висеть. Я, короче, буду на демоне. Вилаша, будешь первого танчить. То есть босса изначально. Я буду его держать. И вокруг меня на 8 метров будет урон проходить. То есть надо будет отходить. То есть РДД бьет только демона. Милики этого продолжают. И кровавый шепот. Значит, будет... Слава. Чё? Тот демон, я же тебе еще раз говорю, выходит на 20 или 25%, и танк просто его отводит, его хилят. И все. Все остальные добивают босса, спеца. Да. Никто не играет по демону. Короче, надо... надо демона там full хп, 120 мультов тоже будет. Надо, чтобы люди... А, ну понятно, это самое. Надо, чтобы люди видели на себе дебаф. Кровавый шепот. Вот. Так, или он так называется, или он внутренний демон называется. Внутренний дебаф. Демон. Это когда он висит на игроке, он так, да? Так, сейчас, да. Секунду, я его буду добавлю, нахуй. Будет на, по-моему, на 3 рандомные цели вешаться. И только эти цели видят этих демонов. Там где-то 40 хп, что-то такое. Ну, немного. Главная задача быстро его слить. Так, добавил Вуду демона. Получается, постараюсь говорить на ком. Но если кто-то видит, что на ком демон, типа, если я вдруг кого-то проебу. Блять, раз и тень, это что, третья фаза? А, ну это хуйня. Тут все то же самое. А берсерк сколько у него? 300 минут, нихуя. А, 10 минут. Наверное, нету, да, 10 минут у берсерка? Не, 10 минут у него. А, ну это хуево. Короче, на вихре. В чем фишка, особенность босса? В том, что когда он кастует вихрь, и вихрь этот заканчивается, он обнуляет свой агролист. Танковать будет Эвилаша. Поэтому, когда вихрь заканчивается, два роги вы должны не сдохнуть, там, или какой-то ложный выпад прожимать, если бьете босса аккуратно, или отбегать от босса. Но когда вихрь заканчивается, вы должны напулить на Эвилашу. Вот, Эвилаша должен приготовить эти ЛПшки. Ну, а когда демон появится, демона я заберу, и там все то же самое. То есть, самый основной момент, это когда вихрь заканчивается, босс обнуляет свой агролист. Может кого-то разъебать. А есть, типа, этот тайминг этот? Сейчас тайминг. Увидим, сейчас увидим. Есть, нет, сейчас все увидим. Так, давайте проверка. Если полоска есть, если все удобно видно, то нормально будет. Ну просто чтобы на пол рассчитать. Да просто друг другу не ты... напулим. Да, просто... Ну, да, давай пока не напулим друг друга. Попробуем. Просто придержите. Какая периодичность, я не помню. Сейчас поглядим. Потом узнаем, если что будем. Че, давайте, что этих пидоров сначала надо залить, да? Да, да. Давайте, поехали. Сзади набежали мобы. Всех надо чистить. Диван, давайте. Диван, давайте. Быстрее, диван, диван, паладин какой-нибудь дайте. Дал диван. Теперь мы знаем это. Теперь мы знаем это. Теперь мы знаем это. Блять, ебаные быки, сука, нахуй бегают, блядь. Нет, бля, упади уже, а. На тупо быдло. На туре, блядь. Только не вставайте, пацаны, там это. Чё, будет... сколько мобов нам испортили жизнь? 3 моба. Поздравляем. Раз, два, три, четыре там. Кого-то сейчас. Не, прибежало до мобов 6-7. Где еще? А чё за хуйня? Диван умеешь снимать, Войд? Нет. Набоишь на дебаф? О, согрелся. Блять, вагон нахуй, мы поняли. Блин. Давай, друид, резай. БР кому-нибудь, БР, давай. БР, дай, они потом резнут. Все, ладно, давай. Все, тихо. Сейчас они уйдут. Ебать нахуй, блять, никогда не рассказывайте ничего, блять. Надо зачищать эту комнату, ебаную, нахуй. Хорош, хорош, Вера. Не, ну теперь-то мы знаем. Ну кого там резнули нахуй, алло, блять, вы что, ушли, что ли? А, синтек. Да он синтек. Синтек, нахуй. 10 секунд каст, не надо мне тут. Я понял. Ставь рыбу сразу. Шкаф тоже.
Дерянти там. Дерянти релок. Жив стоит еще. Нихуя он умный. Он просто из игры вышел и не сдох. Я понял, блин. Нихуя, говорит, он умный. Просто 900 IQ. 900 IQ, блин. Давайте шкаф ставим. А диван кинуть выйдет из игры. Ну, он еще там пидоры стоят, надо все захуярить. Шкаф сумоним топу. Где шкаф там? Да бейте вы их, я добегу сам. Пошли бьем тогда. Так, что ты говоришь тут? Волнотуб, да? Ну иди сюда, тварь. Вызвал какую-то хуйню, нахуй. Пиздец, я тебе прогрузиться не могу. Вот тебе 900 IQ. Ну, ага. Это уже из-за Сируса. Да потому что бой идет. Да. Он охуел просто такой этой возможности. Тотем элементаля воды, нахуй. Ну-ка. Мы заебали. Трэш зачистим, я тебе скажу. Они бы еще эти рецепты сделали, блядь, актуальными. А, ну да. Ну, да. Да, мне понравилось, блядь. Пуляем босса, блядь, падаем, нахуй. А, там босс, что ли, был? Ты запись сделал? Не, ну чё, освоение? Да. Запись потом сделал. Какой-нибудь, типа... А как бы да. Я хочу вырезать тот, блядь, три гриппа, нахуй, в мобах. Ну, или да, знак Элидари. Не вздумай гриппы, блядь, врезать. Это пиздец, это будет кридж. Это вообще рофа, как мы чисто на пружинке... Всё круто, топу сумоньте, один хер он. Один хер? Сумон будет. Ну, один хер, да. А в штанах он два хера держит. Один для людей, другой для себя. Как вы узнали? Как это валяется? Где валяется? Вот здесь, вот. Так, что там валяется? Нихуя. Ебать. Жестко. Ого. Опа, синтек там. Где топ? Суманули его, нет? Где шкаф? А вы мобов убили? Да, блядь. Ну, да. Так-то босса бить хотим уже. Рыба уже, блядь, исчезла. Шкаф где? Притон. Притон. Бля, да, мы знаем, что там рыба. Шкаф где? Топа уже бежит. Сейчас мы пока поставим, топа уже подбежит. А, он уже пробежал. Я понял, блядь. Ешь рыбу быстрее. Ешь быстрее, а то топа придет, что, блядь, все сожрет, блядь. Натуре. Я лагу. Давай, жри, пока она не исчезла. Еще даже не погрузился. О, ебать, я понял. Ты че, на воров летишь? Ну, рыбу, блядь, можешь. Опа, ешь быстрее, пока не пропала. Так, Вилаша, значит, этот танчишь. Кто он, блядь, босса? Я демона. Я свою чилю, короче. Я тоже буду ЛПшки кидать после вихря. Если что, вдруг у тебя КД будет или что там. Так, проверка. ДЦ раскидай щиты сразу. Так, все готовы, да я чё? Сразу максимальный на пул на эту всю хуйню. Стой, бахнусь, еб туда. Нихуя. Нихуя. Блять, попросил. Алло, блять, хилить будем? Ни одного щита нету. Ёбаный рот. Пизда, блять. Чё за хуйня? Вот всё. Инер победона. На Вилашу на пулю. Всё, значит, победону. Ну, победону вот вихрь, смотрите, ДБМ пишет, что типа 5 секунд. То есть сейчас готовишься. Трэш. Какой трэш? Где? Трэш, я понял. Вот, щитоносец. Давайте, это свичнули щитоносец. Милики, уйдите, сейчас все равно вихрь. Вихрь, все, от босса отошли, от босса бегаем. И смотрите, как он закончится, готовьте на пул сейчас. Смотри, сколько там каст идет. Вот он закончится через секунду. Все, Вилаш ЛПшки. Подождите, а мы что, без... Да все, тихо. Все, добивайте. Не фудите. Щитоносца подведите под босса и закливайте. Все, уже закливали, там было. Геру когда нам сдавать? Давай, Геру. Ну, Рависта Грода хуя генерирует просто. Это что, демон? А, это демон. Что, демона бить? Да, этот самый, на кого он сейчас кастует, выбегите с рейда.
На кого он сейчас кастует? Равист, выйди с рейда. Равист. Равист, стопни, водикон. Короче, стопните нахуй дамаг просто, и все, и покурите, блядь. Ладно, нахуй, это слишком сложно, блядь. Равист, мэдфок, стопните полностью. Сейчас я наберу, заберу его. Все, это... Так, он дамажит вас, милики, да вроде не сильно. Все, покурите там, пока агрона мне. Shadow Knight, там Лингрен, друид, инвалид. Короче, когда он будет обратно в слепца превращаться, Вилаша, будь наготове. Демонов убейте своих. А сколько стаков можно набрать? На сколько? Как дебаф называется? Я что-то не вижу. Я не знаю, зеленый такой там стак. Сука, дебаф вспышка прочитать. Вспышка хаоса 13400. Нет, не вспышка хаоса, а демона, дебаф, название 4. Прочитайте. Ясно, нахуй. Когда он Найс не убил. Убейте его. Нахуй, ебаный в рот, блять. Где ЛПшки? Стопните дома, когда они превращаются, меняются фазы, блять. Равист Мэдфокс и Мэдфокс Шэду. Короче, нахуй, он сейчас превратится в демона. Вот вихрь. Ой, крутится. Вихрь. Ну, Рэнч, набирайте хильти, блядь. Сейчас на пул готовим. Вот он после вихря набирается агро заново. Друид инвалид? Синтека. Синтек бидона, блядь. Якобы. Катрисия синтека. Стопнули дамаг. Теперь, когда он повешает демонов, прочитайте на себе ебучее название дебафа, пожалуйста, блять, точно нахуй. Не крас, не вот это зеленое говно, а дебаф, который на трех людей сейчас повешается. Нет, там больше. Вспышка хаоса, которая. Да, нет. Около 5 целей было. Ставь тотем шалфир на ману. Вот это говно, коварный шепот, прочитайте. Гламурчин, Вилаша, Вордфлекс. Бейте демонов своих. И Вилаша, Гламурчин, ну, блядь, нихуя на хила вешает, конечно, заебись. Вспышка хаоса, как и выйдет. Отойти отсюда. Так-то на 40 секунд. Отойдите, только РД добьют этого. Когда он превратится обратно в обычную форму через 3 секунды, на пул, да и Вилашу. ЛПшки готовь. Глыбу какую-нибудь хуйню нажми, ну, блядь. Мы в 4 хила? Не знаю, блядь. Да, мы в 4 хила. Вы что делаете? Никто ничего не делает, блядь, ну. Смотрите, что происходит, блядь. Вот сейчас демона все убились, там у них 100 тысяч хп, там, в принципе, не сложно. Да, только если хил, как бы... У хилов было 12 у меня. Этот, тихо, значит, вихрь, после вихря готовьтесь напуливать. Вот вихрь кончится, и притормозите. Вот. В принципе, под массейвом бьется вихрь. У кого еще бьет. У кого еще БР есть? Ни одного БР больше нет. Водикон. Ну давай, эй, рез и все уже. Все, демон. А стопните, стопните, дайте агрона брать. Покурите. Просто уберите руки, постопните. Отойдите, милики, отсюда, эту хуйню, чтобы не стакать на вас. World, на кого сейчас босс кастует, просто стойте в одного, чтобы вокруг вас людей не стояло. Рианти, все стопните РДД, блять, кого он сейчас в таргете держит. Шалф. А чё? Можно бафу пристопа в там? Стопни шалфир. Или киньте на него салю. Так я смотрю, 130% вижу. Все, сейчас демонов бейте демон. Свои. Полидрин, глам... Шалфир, инвизибл и Катриси. Сейчас его уже убил. Там 20 тысяч хп у демона. Ну да, них убить. Так, обычная форма. На Войда пульните один раз. Обычная давайте, форма. Давайте, 5 минут. 5 секунд, обычная форма, готовимся. Так, обычную форму надо напулить. Я только что напулил. Так, вот нормально, все. Что за разрыв перепона? Интересно, сколько до берсы? А, вон 4 минуты пишет, нормально. 4:30. Все, вихрь. 30 секунд. Вихрь 2 секунды. Сейчас готовимся сейвиться. Максимальный захил. Ману как-то порезайте. Порезайте как-то ману хил. И вот вам массейв. Смотри, Вилаша, даешь 2 удара смерти, и у тебя 4 руны смерти. И ты вот в конце вихря даешь 4 ЛПшки у него. Вот сейчас. И самое главное быть к нему поближе, чтобы сразу на него начать давать эти, как они называются. Как пидор бегает он, блядь.
то такие каст, который вешает, понял, Слава? Метки. Шепот называется. Шепот. Отошли мили. Отошли милики. А мне похуй. Домашки, в принципе. У него берса. Все, берса. Это получается у него берса сколько? 6 минут. Короче, все заебись, но 30 лямов мы не снесли. Диван какой-то, да, давайте там. Там на пул нужен, пипец, конечно. Там не надо на пул, там надо мозг немножко. Сейчас, короче, в одного танка будем бить. Есть у тебя ДДД и Милаша? И по хилам, не знаю, может кого-то убрать тоже. У нас 4 хила. А, раньше кого убрать? У Милаша нету. Да только если ты зайдешь на какого-нибудь другого перса. Слава. На сову. На сову, например. Да, давай на сову. Ну это. 4-4 же ты не собрал. Короче, надо будет, надо, наверное, не стопать. Сюда и РДДшников, да, побольше надо? Да, вот здесь, ну, да, мне типа... кажется, просто войд должен отходить, а не милики. Нет, дело в том, что да. Если я отойду, я агро не буду набирать. Не, здесь по-другому надо. Ну, пусть роги напуливают, ЛП-шки. Смотри, это все хуйня. Надо, чтобы все били как бьют, и никто не стопал, и никто не отбегал. Нужно, чтобы цель, в которую бьет босса, вот Равис, топ первый по агро, нужно, чтобы он отбежал от рейда, блядь. Вот что нужно. Вспышка норм дамажит еще. Вспышка будет у него только одного проходить. Если будет слишком дохуя, мы даем либо боб по нему, либо что. То есть он будет второго бить по агро, кто там из РДД. А милики должны бить. Я вот сейчас настакал 10 этих штук. Блять, я 15 настакивал. Да, это потому что я в мелизоне. Надо бить все равно, потому что ДПС не хватает. Да, 30 лямов это вообще много. Так, короче, в того, кого он выбрал целью, отходит от рейда. Сейчас на дистанцию там 30 метров, да? Что, и на вихре тоже надо... Слышишь, на вихре просто сдавать масс-сейвы и бить его. Так, демон. Либо опять не добить. Да, 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 бить надо, да, 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 бить его надо пока. Да. Кровавый шепот, сейчас я добавлю. Сейчас, да. Добавьте в Вуду себе кровавый шепот. Че он там на 20 парный дают БЛ или сразу с пула? Как кровавый шепот? Кровавый шепот. Кабарный. Там дебаф видно, из-за того демон бегает. Кровавый или коварный? Коварный, 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 да. Да ёбаный, блядь. А внутренний демон это что такое? Это хуйня, нахуй. Это пиздец. Это вайп. Внутренние демоны это демоны, которые появляются. Привязаны которые. Да, к цели. Ставьте шкаф. Дерарник, блядь. Бегу. Цикаем. Так. Я хуй знает. Заходить, говоришь? Не, я не знаю просто. Да, давай на сову брать. Да, на сову заходи. Так. Так, на тебе пока РЛ, а. Тогда зайду. Никика этого ДК спать. Может, пригодит, перекинь, вот он 8-ю. Ты с инстата вышел? Я гофнусь просто. А. Ну-ну. А как этого босса зовут? Слепец. Леотерас. Слепой, ёбаный. Да, блядь. Самая хуйня, он в фазе, когда вот он в вихрь заканчивается, нужно, блядь, в этой хуйне самое осторожное, блядь. То есть, смотрите, ну, ладно, вы на вихре бейте, но вы имейте в виду, вихрь, когда заканчивается, отойдите от него подальше. Потому что он идет, когда к вам, он вас в стычке, он положит, блядь. Вот что самое главное. Вот эти смерти нам не нужны. А так демон, ну, будет РДДшник какой-то бить первый по агро, пускай он и будет первым. Просто он должен отойти от пачки других РДДшников.
Или метку на него вешать, или что надо будет. Такс. Блять. Да ебаный в рот, дайте ГБ кто-то, блять. Ебаный баг, блять. И поставьте столик маги. Ага. Так. Столик есть? Маги. Это на скольки? На 3.30 началась бирса? 6.15. 6 минут 15 секунд есть, чтобы его убить. А чё, почему именно у него бирса 6.15? Не знаю. Я смотрю. Программов надо спросить. По 10 надо секунд. Это. Таймер включить. Засечь. Я сейчас включу. Ну, по таймеру 10-минутной бирсы на 3.45 у него началась бирса. Ну, может, на 3, нахуй, может, раньше, на 4, точнее. Может, 6 минут. Скорее, 6 минут у него бирса. А, скорее всего, этот таймер отчет идет от пула мобов, а... Ладно, похуй, не берите мозг. Так. Скорее всего, да. Так, все готовы? Знаете, да, когда сейвы, когда чё? Ну, когда вихрь кончается, да, вихрь там... будет обновить. Так, даю, значит, отчет. Готовимся. Этих мобов прямо разрываем. 10 минут после начала боя, говорит. Все, и этого пидора. Сейчас пидор этот появится сразу Геру, фул ДПС, на Вилашу. Там вихрь 10 секунд. Вот вихрь. Готовься, Вилаша. Вот уже готовься, дай на него эти. Если у тебя повелитель урона смерти есть. Два удара смерти. Вот вихрь. Уже давай два удара смерти. И массейв. Все, и хуярим его. И вихрь, смотрите, вот 3 секунды будет оканчиваться. У кого он близко, босс, к кому, тот отходит от него, отбегает. Прям стопает, отбегает. Отбегайте от него, бежим. Все, давай ЛПшки. И на пул. Ну, если есть, конечно. Если нет, блядь. Давай, давай, давай. И старайся ближе к боссу держаться, чтобы на него это... И на кого он это... На кого он бежит, типа, просто стопайте дамаг, и чтобы на ДКшника перешел. Все, демоны, смотрите. Ждем каста. Смотрите. Так, ну ладно, Вилаша. Ладно, похуй. Если миликов сильно дохуя будет, то, наверное, напулим на Рависта, на следующего демона. Если стаков дохуя будет. Но ему надо будет отдельно от всех стоять. Смотрим, скоро он будет шепот кастовать. Этот шепот надо будет на 5 людях, чтобы они убили своих демонов. А кого он сейчас бьет? Демонов, Шаду, Хукмастер, Эйя, Инвизибл, Линк. Ваших демонов только вы видите, и только вы можете их убить. Там 20 тысяч всего лишь. Если не убьете, вас возьмет контроль. Атаковать только цель может. А кого кинул? Да. Ну мы их и не видим. Или видите, видите. А, ну... Они просто союзные. Ярим. Фаза 2 секунды, готовься ЛПшки давать. Готовьтесь стопнуть там кто. Стоп, инвиз какой-то что-то. Главное не сдохни нахуй. Сдыхать нельзя, блять. У нас ДПС не дохуя. Все, хуярим. Вроде агро выровнялось. Вот смотрите, сейчас вихрь 5 секунд, готовимся. На вихре. Уже сейчас 2 удара смерти давай. Вот, и готовимся. Вихрь заканчивается через 5 секунд. 5. 4, все, подальше от босса бежим. 3, 2, уже подальше от босса убегаем. Вот, и сейчас Вилаша, чтобы забрал. На Вилашу на пол, если есть, конечно. Лучше по одному оставляйте, то есть один после демона, один после вихря. Ну, блядь, стоп не самое главное. Пизда, блядь, я ресну.
Резаем фулл баф по нему. Сука, ебаная, блядь, параша, нахуй. Фулл баф по аровисту. Линер себе залей там какой-то. И больше по боссу. Так, вот смотри, Вадикон, или кто там. В кого кастуют сейчас, выйдите от людей, и люди от них отойдите. В инвизибла кастуют. Выбеги просто, выбеги с мельзоны, чтобы там не стакалось дохуя, чтобы скидывалось хотя бы разок. Выбеги, остальные все бьем. Сейчас на ворлда пойдет. Ворлд, если что, смотри, что ты отдельно стоял. Сейчас будет шепот кастоваться. Надо будет демонов убить 5 людям. Вот ворлд по это. На ренже от него стоим. Вот куда огненная зеленая параша прилетает, чтобы дебаф не получать. Он стакается. Минуту висит. Фаза 2 секунды, готовьте на пул. Кто-то один, наверное, на Вилашу. На пул на Вилашу, бежим. Шэдоу, уход, тень. Все нормально. Немножко притормаживайте и все, и дальше пьем. Вихрь 5 секунд. Готовься. Уже давай 2 удара смерти. Ну понял, да, короче, это самое. Чтобы я не повторялся. Вот теперь у нас 2 минуты всего до берсы. Что-то не знаю, не хватает, блин. Вот сейчас готовьтесь. Вихрь кончился, агрос бросилась. Блять, говорю, бегайте нахуй. Ну портал поставьте, блять. Притон, ебаный. Ревист, резы притона. Ворлд, ну глыбу, что-то нажми. Уход, блин, куда-нибудь. Сделай что-нибудь. Фулбаф по притону. Демона бьем. Портал переставь, сделай портал, чтобы ты когда бегал, у тебя был способ съебаться от босса. 1.5 минуты. А вот фаза. Опа. Интересно, стопается тут. Блять, а вот тут второй танк нужен. Демон. Да. Ну да, двоих на пулю, ну, набирай игру. Короче. Кого бьем? Леотираса бьем, блять. Слепца. Бог поставил, все его бьем. Ранти сдох. Блять, синтек, а рес ранти. Да похуй, в кого кастует, демон. Уже поебать, блять. Тот, в кого кастует демон, должны выбежать. На ком сейчас я скажу, нахуй? На Вилаше. Ну, я хуй знает, нахуй, что делать, блять. На Вилашу сальву дайте тогда, я хуй знаю. Вот сейчас дайте. Чтоб демон не его бил. Лингрен сдох. Катрисе Лингрена реснишь после вихря. Вихрь, давайте на пул на для террасы. Ворлд, глыбу что-то нажми там. Блинк, блять, убеги. Да, блядь, не убегайте вот так. Он далеко бежит, да. Мы ДПС много теряем, когда он бегает тут так вот. Короче, рот ебал эту хуйню нахуй. Он просто всех пошотал нахуй. Вот и все, нахуй. Все-таки нужен, да, второй танк? Да, да. Нужен по-любому. Тут давай, еще, знаешь, какая фишка? Можно демона Лока. Да, можно, давайте можно запиздим, а? В форме демона. Можно танки. Можно тень. Хоть кого, блять. Тень это раса, он типа кастит, стоит, да, в цель. Да, он просто стоит кастит. Берса через 10 секунд. И накидывает этот дебаф ебаный, да? Вот, в принципе, ну, можно. 10 км. Да хули челики лежат. Короче, все понятно. Я спекаюсь тогда в танка. Пробуем еще. Где сойти? Он на перефазе просто на меня побежал, мне пизды дал сразу. А что у нас диван? Не вставайте, так, кто-то там есть кто, блядь, или что? Нету никого. Алло, бля, есть у кого встать? Бидон. Нет. Бежим. Бежим. А на подъеме при спуске можно спрыгнуть под пером и пролететь большое расстояние. Кто-то разбился? Там еще по трубам сверху как-то, помню, можно пробегать. Я еще помню, на актуале здесь проходили все, но около раз по 100, блядь, зачищали. Что-то с берсой они перемудрили, нахуй. А с берсой, да, что-то, блядь.
Как так, нахуй? 10 минут написано вообще. Ну и, блядь, в актуале 10. Да писали они, когда они так меняли. Они порезали. Они писали, блядь. А, типа слишком легко урезали, ну, да. Короче, время. Да, да. Чтобы был, была чтобы планка. Было. Чтобы планка ДПС была необходимая. У нас как бы он есть, просто надо без смертей это все говно делать. Я вам еще раз говорю, вот это. Доты там висят, вот у Лока видно, на Лока бегают. Ну... И смотрите, сильно вот не убегайте в одну сторону куда-то. То есть портал поставил там, это, отбегаешь в одну, там, в другую беги. Чтоб танку надо было, ему догнать надо, и давай, это, смотрите, в левую стенку вжимайтесь, мобов не сагрите. Ему надо бить этот, как он называется? Ему надо агро набирать, нахуй, давать эти, руники, нахуй, в моба. Потому что дни ЛПшки, он... Где, блядь, лифт, нахуй? Придавило. Кто-то костер здесь поставил, нахуй. Очень долго либо ждал. Да пожалуйста. Туда бежать я забыл уже, нахуй. Вон туда, да? Давай, ну-ка. Ивилаша, все нормально, это самое, понял, как там это самое? Блять, я упал нахуй. А он пониже беги. А, поняла. Все. Да, блять, я за пацана считаю. До сих пор. Сука. Ну, короче, изи. Ну, самое главное, вот эта вот хуйня, что вот 4 этих, как они называются-то, блять? 4 ЛПшки. Ну и руники стараться ближе к боссу держаться, это прям... Чего, блядь? Любишь ты вообще... Почему не в рейде, блядь? Потому что вагон. То у нас там сколько ДПС, может слабый ДПС заменить? Рарника. Слышишь, обег дым, блядь. Зашел, попиздел и ушел. Ну да. То есть он сказал, что его еще пару дней не будет. Это точно. Он просто хочет, чтобы вы пока научились. Еще час. А он потом придет и будет убивать с нами. Будет учиться. Еще час. Он будет учиться, да? Я понял, блядь, Катрисия, блядь. Хуёво получается. Блядь, здесь и шмотки на кастера с меткостью. Так, а, давай, блядь, ты видел вообще здесь давай шмотки? Давай, уже... Уже, короче, можешь съебывать. Короче, вот тебе это самое 1400 плюс 500 за первого босса. Да, это я понимаю. У меня тут столько же. Вот. На латника, блядь, все с пробивкой. Блядь. 1900 это скрытие, не это, блядь, и целка. Вот тебе. Беру это самое, не люблю щиты, блядь, Рианти в ШП, а тебя в хила, блядь. Ну так, в ШП. У нас 4 хила было все время. Вот сейчас будет 5. Вот. Все, можешь идти. Зачем опять хилов? Нам уже так справляются. Ну, я хуй ну знаю. Давайте, я могу в сову спекнуть. Типа, в 4 хила у нас особо никто не умирал. Там, может, у друида инвалида есть спек? Не, у синтека по-моему лучше. Сова соответствует моему нику. Давай этот самый синтек спекайся тогда. Хуй с ним. Ставлю рыбу. Смоним. Шкаф ставьте, смоним. Да не сильно имба, блядь. Ну, оно работает в ПВП. Ну, хотя там мастерство нахер не нужно. Прикольная штука, блядь. Крит на 900 апает просто. Самое главное, видишь, типа, ну что, прок. Если частый прок, то вообще прямо... Ну, для танка, наверное, норм даже. Танк же не хватает крита. Там Бладу, блядь. Тыкаем. Будет агро. Регенить себе. Ну да, на блад до какого-нибудь. Так, Кирсори, у тебя есть Оман? Рарник, Лингрен, Хулидринг, смотрите, тоже с Оманом. Это самое. Я в танке. Ага, так. Вторым.
Ну ты, короче, это самое. Будешь... Я буду смотреть на подстраховки. Если на подстраховке... бежит на типа какого-нибудь милика там слабенького или РДДшника. Он просто не таунтится. Короче, ты на демоне, когда вот он на 20 будет разделяться, ты демона набираешь агро и кидаешь тому сальву, кто по нему типа успел набрать. И босса старайся Вилаш отвести от демона, чтобы Лингрену там было проще. Ну, чтобы ОЕшка там никакая побочная не давала еще. Всю рыбу поели. Фласки обновите. Принимайте готовность. У нас час примерно остался. Еще гидроса бы в идеале ебануть. Че трэш, блядь, чистить. Так, можно завтра еще попробовать. Ходить полноступа, ёбать. Посмотрим. Это самое. Давайте, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Сейчас сейф какой-то хороший. Это самое сейчас будет пробивать сильно. О, даже не пробило нихуя. А там все маски дали. Не понял. Все, босс охуярим. Смотри, вихрь там ближайший скоро. Геру? Геру быстрее фул ДПС. Не знаю, как Геру, конечно, под вихрь. Неудобно, ДПС теряется, когда милики мегают. Вот смотрите, вихрь 3 секунды. Вот уже можешь два удара давать. Ну все, я не буду тебе больше говорить. И смотрите внимательно. Вот он кончается сейчас через 5 секунд. Отбегите от него, кто рядом с ним стоит. Касательно РДД точно. Прям на 30 метров от него отбегайте. Потому что он догонит, даст пизды. Все, глыбу какую-то нажми и уход в тень, какую-то парашу, вот. Парависту вмешательство кинь. Блять, это пиздец нахуй, ебаный в рот, блять. Ну, Равист, ты вообще стопать будешь нахуй, потому что пока ты лежишь, блять, фулбав Парависту. Мы теряем этот ДПС, который мы не можем убить в берсу, блять. Ману сересы. А, у тебя когда еще? Кого бьет? Вилаш. Ярим сильнее, прям ДПС. Шепот, бьем своих этих. Вон там не люблю щиты. Не люблю щиты. Не люблю щиты, демона убей, блять. Смотри, там не проебись. Риторн рарник, над Фокс Ревист. Убил демона, да? Не люблю щиты. Да, конечно. Да, ему там одну-две тычки дать. Обычная фаза, секунда, сейчас на пол. Вот. Притормозите, за кем бежит. Вот Боб хорош. Всегда бы так играли. Вот, вертушка, 3 секунды, вот. Давай эти, удары смерти. Вертушка. В конце вертушки от него рейндж набираем. Блять, вылетел Шэдоу нахуй. Я понял, блять. Так, кончилось этот. Ну и что ты, блять, стоишь-то, блять? Рави стресса его. А Райанти? Тинтек рез. Оля Дрин. Invincible. Просто выйди из рейда. Ты там уже на Вилашем набрал. Фулбаф давайте попавшим. Попавшим людям. Бидон или битотем. Нин, разолейте. Мудфокс, Рависта не люблю. Мудфокс и Вадикон. Демонов убиваем. Лингрен топом, Мудфокс, Вадикон, Дроид инвалид. Брюты нули, убей демона. Бань, бля, в танке сложнее бить. Демона. Обычная фаза 3 секунды. Притормозите, Равист, точно. Маги, нахуй, притормозите, ебаный покос. Дикон, вот. Дайте ему набрать. Все. Ей набрать. Блять, я уже привык, пиздец.
Сейчас крутится меньше урона, давайте. Вертушка, вертушка, смотри. Да. Осторожно. Когда она заканчивается, самое главное, притормозите. Немножко. Да, сокру. РДД не бьем, не бьем РДД. Все, сейчас секунда не бьем, секунда не бьем, сейчас он наберет. Все нормально. Хуярим, ярим, теперь хуярим. 10% вроде на разделение. На разделении тоже пристопываем дамаг, пока Лингарн. И разведете боссов. Он демон. Ярим. Вилаша в сторону выхода поведет чуть-чуть. Короче, куда-нибудь просто друг от друга их разведете и все. Главное, чтобы демон был на Лингарне, а на Вилаше лети раз. Потому что он после вихря сможет его это. И вихрь там вроде сильнее станет на последней фазе. Так. Вот, разделение. Теперь приготовились. Все тормозните немножко подальше. Сразу в сторону бить, выхода. Не бить. Сразу не бейте. В сторону выхода. Дайте Инер не вышить, пожалуйста. Так. Лингарн с демоном. На Лингарн. Норовисто смотрит. Дай ему сальву какую-то. Этот. Лингарн, набирай вот на тени. Но далеко тоже не уводи. Мало ли, выйдет. Все, нормально. Теперь я раз объем. И вертушка приготовились. А, что-то нет пока. Ладно, хуярим. Тайминги, наверное, сбились. До берсы минута ровно. Фулл ДПС, хуярим. Экзекутка идет. Вот вихрь. На вихре фулл прожим. И в конце вихря, смотрите, не сдохните. Все, кончился вихрь. Все, 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 бьем, бьем, бьем. Стараемся додушить. До берсы 30 секунд. Хуярим. Блять, это Shadow вылетел нахуй, это его ДПС мы проебали. Так что походу придется заново бить. Ну пробуем. Десять секунд. Готовьте баблы, если что. Ну не знаю, 7 лямов. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, берса. Вот. Баблы, баблы нажимайте, тучки. Не, ну 6 лямов, это еще бить надо. Это надо для ДПСера нормально. Диван. Пробуйте, блять, пробуйте, баблы нажмите. Ну все, демон, нахуй. Демон же тоже под берсой, вы че? Тут еще 6 лямов, пробуй, не пробуй. Надо ДПС, 4, нахуй. 4 ляма осталось. Ай, блядь. Давайте корня кайф. Ну, знает. 3 минуты. Если был, то убили. Резайте рейд, жрите. Вылетевшие, еще и падающие люди. А слышишь, припоты у кого-нибудь на хосту есть? Да, у меня кончится. Дай парочку. Вот так вот. Так что, блядь. Еще так, почему 2-2-1, почему не 2-2-8? Фармить и фармить. Еще ДПСик слабенький у нас. Как вы напуливаете топа Седжу? Как-то по одному или как? Да я каждый этот кидаю, да и все, когда он начинает меняться на мелкого. На большом, на крупном не напуливаю, а на там напуливаю. Надо, короче, вот он меняется на мелкого и через 10 секунд вихрь дает. Надо именно. Ну, вот, да. Вот ты, допустим, как он с демона в обычно превращается на пулишь, а седжу, чтобы. Ну или седжу с демона на мелкого, а ты именно вот ждешь, вихрь кончается, и тогда напул даешь. Вот это самая заебись помощь будет. Именно в момент, как у него вихрь спадает, и ты даешь. Потому что он агролист обнуляет. Вот, так что роги тут не бесполезный класс. Хоть где-то полезно. Ставлю рыбу. Ну, мы Фокс ластраем, блядь. Ну и все. Сколько бой делает? Бой идет сколько? 5-15.
Мы от Герута до этой, до Last Phase продержать, а не спул сдавать. И на экзекутку сдать. Угу. Вначале идут все проки, гораздо выгоднее будет в начале. Ну так под проки можно дать свои прожимки. Я думаю, на демо. Дается он свои прожимки. Меньше бегают. А, тем более, проки на трэш уходят. Почти все, поэтому, ну, имеет смысл, возможно, в конце сдать героя. Да. Либо в конце, либо на демона, когда он спикнется. Да можно на самом начале дать, да и все, прям даже на трэш. Опять же, ты где там? На 25, когда он разделится. Вот. Фу, баф. Да-да, чтобы он... Мы-то не бьем, когда он фазу меняет, он... Такая разница. Че, вот сейчас 5, а 4 сила, да? Проверка. Тут вообще, наверное, в 3 надо, да? Можем попробовать, конечно, в 3, но хз. Можно попробовать в 3. Ну, хз, назови, если честно. Так. Ранти и 228. Вы тут? Да, я же принял. Ну, а, что-то не показала. Дает что-то. Готовимся. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, заходи, блять, надо ДПС. Ты не убиваем, блять. Расчехляешь. Раз. Нет. На босса заходи. Тут мало ДПС дают. Он кого-нибудь с ищем там. Все, босса. У нас Мэтт Фокс уйдет. Да, да, Мэтт Фокс. Ребят, ну не бейте в начале, блядь. А дайте сальву на ровесе. Не вмешательство, дай кирфу, кирфу, кирсори. Сейчас, подожди, мы пока трайны делаем. Ну что, бьем. Подожди. РДД не бить. 2 секунды. Все, бьем. Когда решили Геру в конце, или вот сейчас в демона превратиться дадим? Может, нет, сейчас. 25. Давайте. Давайте сейчас, пока все живые, в пизду. Давайте. Похуй. А кого кастует? Залаш. Сейчас, сейчас похуй. Главное финальных демонов развести. Это же, ну, не сильно настакивается. Ну, вроде настакивается на миликах. Вот сейчас Равист. Равист, просто отойди. От Рависта отойдите. Вот куда зеленое говно летит, оттуда отойдите. Все, шоп. Демонов бьем своих. Рарник, Мэтт Фокс, Шэдоу, Эйя. И хуярим ДПС, что есть мочи, блядь. Рависта захиливайте хорошенько. 2 секунды не бейте, блядь. С обычная фаза. Все, нормально, на пуле. Все, и второй на пул, то у кого сейчас есть после вихря. Вихрь скоро. Демон.
шепот убиваем своих демонов. С 2000 умирает. Миликов хорошенько прохилим, защитовываем. Миликов летит, эта хуйня. А форму еще не скоро. Выбеги, не знаю, ли прохиливайте как-то. Форма 5 секунд. Это осторожно, не сдохните там. 2 минуты 30 секунд осталось. Охуево. Бедно улепит атем. Скоро вихрь. После вихря главное, чтобы на пол был. Вот после вихря обязательно на пол. Есть у вас, да, у кого-то? Да. Ага. У тебя помощнее на пол. У тебя почти один. После вихря смотрите внимательно сейчас. РДД, не бейте РДД. Все, бьем. Все, нормально. Блять, не люблю сдох. Синтекресы. Захити его. Иннером дать. Парочку иннеров там. Хуярь, World или кто там? Пускай на РДДшнике будет. А, вот разделение пошло, сука, звезда поддал. Сейчас Лингрену дайте отвезти. Он не отходит, он не отходит. А, ну все, значит просто мелкого. Мелкого Вилаша отводишь, мелкого отводишь. На пол на Лингрена? Нет, ничего не надо на Лингрена. С Лятирасом так же работаем. Лятирас объем, сейчас будет вихрь. А демона отошли? Все, так держим. А куда он вихрь, там пуляет? Вихрь масс сейв. Меня пуляет. Все нормально. Готовьте сейчас вихрь. Дам сокро. Жесткий будет. И после вихря главное, чтобы на пол. Во. И после вихря осталось. Верим. Было... На полу. Было 2 минуты и 30 лямов, сейчас вроде 20. Минута сейчас осталась. Вот сейчас минута осталась. Блять, ебать, он на раньше, когда убегает, хуёво нахуй. Сейчас должны поты убить. Поты пить. Поты выпили. Припоты на хосту, на СПД, на все. Ой-ой-ой. Захиливаемся. Не люблю, не сдохни нахуй. Дай гимн на хп кто-то, блядь. Кончился на пол. Вихрь. Сейчас вихри чаще будут. 8 лямов. 25 секунд осталось. 6 лямов. Ну, сейчас получше. Сейчас уже точно добьем. Притирочку, блядь. Сейчас вихрь еще будет финальный. Это ластовый сейв. Давайте, у кого есть. Да. 7 секунд до берсы, блядь. Опа. О, нихуя, топовый. О, Геркулес. Так, триника, кому надо, сразу думайте. Троговская триника. Троговская. Хотя, наверное, еще Анхольевская. Анхольевская. Ну, Анхольку отдайте, вон Invisible с ней же бегает. Подобный. Да. Так это, за ОД такая же, да? Ну, да, только меньше. Слабее, маленько память послабее. Энхи, анхолики, роги, аэрпалы. Так, ДК, Хант, ДК, Мак, Лок. Кто у нас первый заберет? Значит, имейте в виду сразу. То есть, это косарь, и второй идет следом, то есть, ну, стопудово ваш, то есть, невзирая на приор. Вот, и имейте в виду, что, ну, покупаете, не покупаете, там вы эти... Это токен, он также отходит. На панков, наверное, все. Вилаш, там, наверное, заберет... Смотри, просто ДК опять не очень танки. А их же апнули там и хапают, переделывают. Ты чё? Я видел сегодня в ГМке танк. Так, ну смотрите, и Вилаша, значит, дальше идут притон 228. И Вилаша, чё, забираешь? Хули, по сути, ещё лутать, блядь. Ну, и Вилаша, да, по сути. Так, теперь по времени сейчас глянем. Надо записать. Полчаса. Полчаса, да.
Я вот не знаю, пойти в ЦЛК, ебануть на гидроса сейчас мы тратить, я не знаю, не ебанем, наверное. Да, мы пока перемещаться будем, блядь. Да. Пойти в ЦЛК, время наверное, будет. Может пару там боссов ебануть, чумку там и вот этих вот, чтобы завтра меньше было. Пока мы не успеем. Мы не успеем. Ну как не успеем, блядь? Вы сейчас уже хотите разойтись или что? Знаешь, почистим, он завтра не чистить. Пошли, да, пошли, да, 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 пойдем. Значит, Вадикон забираешь, да? Да. Сколько боссов убили? Два. Двух. И четыре ЦЛК. И я тебе скажу, остальных двух мы тоже убьем. Так, пошли, пошли в ЦЛК. А Вайши не убьем? А на каратресу что надо? Все, Вадикона просто в топе нету приора. Он просто портал исчез. Просто я тебе... За камней не надо, ничего там. Так, ну я зайду на ДКшника, наверное, хуй знает. По два токена падает, хорошо. Да, по два. Этот хулидрин, когда тебе перекинул РЛ, сейчас на ДК зайду, также его в шестую перекину. Я перезайду в игру. Слышь, Радея Веласа, блядь, в приоре. Да кто же косарь там? Все, их не существует больше. Априори не существует. Да ебать, вы, ну это все очень долго будет, блядь. Пока мы проходки сделаем, эти лича там. Пока, может, наука потом уберут проходку эту.